я ухожу сюда, отдаю посох Денису, занавес открывается, а я сижу вот так вот с этим. Можешь взять веер сзади и помахать. Саша, продолжай рассказывать. Да, мы встаем, и я вот так вот встаю, как я стояла. Вот. И потом раз, и пробегает лошадь. И в то время, как лошадь пробегает, я быстренько... Может начаться кобыз, Мира. Возьми кобыз, пожалуйста. Начни играть. Кань на кобызе. Есть в ней глупость и несуразность именно вот с этими спрыгиваниями и с неожиданным появлением... как решить, я не знаю. Еще творческая идея такая, может быть, что... мне нравится идея, что, например, спектакль заканчивается, представление заканчивается, открывается ворота, там стоит большая линза, огромная, трехметровая линза, и я стою за этой линзой. И все то же самое происходит за этой линзой. Один раз колокольчик. То есть человек видит мою проекцию, трехметровую проекцию, как я это делаю. Вот. И на него это производит неизгладимое впечатление. Мое величие абсолютно очевидно. Чуть-чуть активнее, Денис. Сабина, возьми фонарик, пожалуйста. Саша, продолжай рассказывать, если есть что рассказывать. Вот таково мое величие. Вот это про величие очень интересно. Да, это мое величие. И когда оно предстанет в своей полной силе, вот так вот вообще везде. Огромное, ага, вот отлично, отлично. Да, так бегает фонарик все время, как детективский. Как сканер еще можно. Можно сделать мозаику в микрорайоне, например. Сейчас держишь? Но я предпочла бы, чтобы моя мозаика красовалась в центре Держи. Города. Сейчас я на твое плечо. Например, вот так вот. На улице Панфилова, пешеходная популярная улица. Только не пай в лицо, так вот, очень быстро. Возьми вот так вот. И вниз. Очень ровно, очень ровно. То есть как сканер, чтобы проходил вот так вот, понимаешь? Мы можем взять проектор и спроецировать мое изображение. Сканер. И медленно поднимаешь. Отлично, отлично, ровнее. И двигайся снизу вверх. Отлично. И медленнее, медленнее проходи по ракушке вверх. Потом вниз. Иди вверх, 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 вверх. Погромче. Что? Погромче. Иди вверх. Мы должны изготовить большие листовки. Большие листовки. Большие листовки формата А3. А3. И даже А2. А2. С моим изображением. С твоим изображением. И распространить эти листовки. И распространить эти листовки. По всем центральным. И около центральным районам города. И около центральным районам города. Помогут урбанисты нам децентрализовать. Да, помогут нам децентрализовать эту акцию. И смогут. Эти листовки распространить микрорайонах, в Карасу, а также в Волгобасе. Иди ниже, смотри кроме по кадру. Того, кроме того, необходимо, чтобы обо мне написала газета «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс». И чтобы на обложке газеты, чтобы на обложке газеты «Нью-Йорк Таймс» была именно я. Именно я. Во всем своем величии. Во всем своем величии. Необходимо, чтобы все люди с утра до ночи смотрели на меня. Слушали только меня. Вот что нам необходимо сделать. Ближайшие 3-4 дня. Ha, ha, ha.